Всем привет, ребят, с вами Виталий Зеленый, и у нас сегодня жесткий контент. Нам предоставили вот такую тачку, ей уже давно пора на металлолом, смотрите, ей полный кирдык. Вот, ее будут разбирать на запчасти, на металл, так и так, т.д. и т.п. Кстати, спасибо большое, что предоставили. Вот, и нам дали ее немножко подобивать, погазовать, подрифтить. Там немножко поврезаться, ну а вы знаете, мы это умеем. Так что сразу там заряжайтесь позитивом, ставьте лайки и наслаждайтесь. Контент нас всегда сам находит. Вот двери закрываешь и смотри. Двери закрываешь и вот. Куски металла. Вот и снег зимой. Снег зимой убирать, это снегоуборочная машина, нифига себе. Может, выкупим ее и будем снег убирать зимой? Будем нет. Делать добрые дела? Нет? Нет? Уничтожить? Да. Резко. Утилизация. Утилизация. Не. Еще такая движуха. Будем мало того, что дрифтить, пацаны еще залазят на крышу. За нами не повторяйте, потому что это очень опасно. А мы каскадеры. Очкуешь немного? Нет. Ну что? Все готовы? Да. Погнали нахер! Сейчас пойдем посмотрим, что там пацаны. Ваня! Что, язык прикусил? Ты челюсть разбил? Ну покажи. Язык покажи. Ой-ой-ой-ой. Ваня травма. Лицом. Цяп вот так. Ну она навалила, нормально. Все, пацаны уже передумали наверх залазить, потому что, ну, это вы сами видели, опасно. Адреналин так сработал, мозги отключились. Ой, на крышу, сейчас мы жесткие, а потом то не. Подумали потом то не, не надо. В общем, сейчас у нас какая идея? Спускаемся с вот этой горки. На камере она не передается, но она такая, ну, не маленькая, скажем так. Проезжаем, разгоняемся и задком сюда попробуем вылететь. Ну, я думаю, нормально. Интересно, что будет. Может, она сейчас землю прокопает задком. Ну, значит, они не едем, да, мне? Подкачай, Вань. Подкачать. Сейчас, подкачаем. Что ты тут ходишь? А что тут мы стали в неположенном месте? Майор самогон, блядь. Конек-горбунек, блядь. Знаете, как мы завелись? Толкача опять. Сильно было? Ого! Короче, залетели мы на бугор на изи нафиг. Ну что-то опять ласточка не заводится. Сейчас покажем вам, как она заводится у нас. Вс,
все, горить? Я боюсь. Куда дымиться? Я там задохнусь просто-напросто. Да надо что? Да окна пооткрывай. Ген, давай толкнёмся. Давай. Газуй. Виталя, она сейчас взорвется, блядь. Фу, капец. Я там чуть не задохнулся, это просто жесть. Застряем везде, еще не заводится. И дымит, ну пускай. Пускай чуть-чуть остынет. И что-то еще сейчас с ней придумаем. Что ты хочешь? Говорит, открыть капот. Капот, багажник. Багажник. Капот открываешь? А, багажник? Не получается что-то багажник открыть. Сейчас она остынет и попробуем багажник открыть об столб он тот. Да? Давай. Давайте попробуем. Классная идея. Просто. Нравится? Очень топ контент. Мне нравится. Фома. Ну, прикольно, если столб ебанется. Если столб упадет. О! Электричество не боя. Я не буду. Ты что? Везде, везде. Классно. Он в Запорожец поехал. Сейчас догоним. Да чё? Там и аккуратно. Он в пенёк. А, в пенёк, ладно, в пенёк. Или он вот так выезжает. Пенёк, о, можно в пенёк, ладно, стол, пацаны говорят, да, это же городское. Сейчас, говорят, посадят. В общем, сейчас машина пока остывает, а то я боюсь, что я сейчас в ней сгорю или задохнусь, что-то одно из двух. Короче, вот этот пенёк нам мешает, всем мешает, но он такой дебелый. Хоть по виду он такой, типа, подгоревший, но он дебелый. Короче, сейчас задком припечатаем его, а потом, если ласточка выдержит, припечатаем вот эту глыбу. Ты влаживайся, толкай. Побежали. Побежали. Капец это! Нифига себе! Хоть бы хны! Капец это сильно! Еще раз пенек? Давайте еще раз пенек! Кто со мной в салоне сядет, теперь почувствовать, как оно бум! Изнутри авария! Кто? Сейчас Фома почувствует, как это изнутри столкновение! И вы почувствуете, но на камере это не то! У меня шею свело немного. Только не сильно. Руку бери. Ебать! Ну как оно? Жестко! Ифа, я вообще помял. Жёсткий! Камень! Надо прикольно. Нихуя себе. Вот это было жестко. Это еще жестче было, смотрите. Нет, ты знаешь, пеньку хоть бы хны. Фома, оно твои ощущения, скажи, Фом. Да нормально, как оно изнутри? Руку дернуло. Руку дернуло. Ну а как, шея? Ну, у меня шея, понял? Не, у меня шея так немного. Бум. Ну все, я думаю, с нее хватит. А, шо, что здрасте. Там в аварию попали. Нормально, да? Нам пенек не понравился. Пенек не понравился, мы проезжали. Да вот уж катались, уделывались и вон врезались. Нормально. ДТП. ДТП.
Мы прикалываемся. Это мы специально, да. Вон камера, помашите. Мы жесткие пранки. Так что все нормально, не переживайте. Да я не переживаю. Ну да. Ну все, ребят, вы видели. Такой вот тест-драйв. У нас всегда тест-драйв жесткий. У нас машины их не проходят. Точнее, проходят, но им потом только потом на металлолом. Не пишите, что типа жалко, не жалко. Хозяин все равно ее собрался сдавать на металлолом. Так что все нормально. Следующая пятнаха. Следующая пятнаха Синельников. Ну просто посмотрите. Катафот висит. Сейчас еще по дороге ехать. Все, ребят. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Ставьте лайки, жмите колокольчики. С вами был Виталий Зеленый и Пецики. Всем до новых лов, всем пока. Ну что скажешь? Креститься справа налево? Слева, я не знаю. Едем домой. Смотрите. Блин, стой! Руль заблокировался! Стой! Руль заблокировался! Что за фигня? Стой! Руль заблокировался. Руль заблокировался. Капец, а чё он? Фух. Все. Теперь уже точно. Пока. Едем потихоньку домой. Руль разблокировали. Трос тут нашли. Вот это контент. А, кстати, трос в этой машине нашли. Нам тупо повезло. Все, теперь точно пока. Там все трёт. Тут шум такой. Все, давайте.